конечно. Не было никакой идеи создания группы, просто появилась одна из песен, и мы начали выступать сначала для своих друзей на вечеринках, потом потихонечку начали выступать в неких там полуподвальных клубах. Получилось, что мы уже имеем какую-то публику, и в Саратове начали выступать очень серьезно. Словосочетание «после 11», потому как на нас писали в студенческие времена. «После 11 шумят», «после 11 гремят», «после 11 поют». Мы очень рады, что мы попали в проект. Надеемся, что у нас все получится, и мы пройдем как можно дальше. Здравствуйте всем, здравствуйте, уважаемые жюри. Мы называемся группа «После 11». После 11. И сейчас уважаемые члены жюри должны сказать свое мнение. Можно с меня начнем? Я все-таки единственная девушка здесь вот в жюри сегодня на сцене. Диана Сергеевна, все для вас. Во-первых, не стоит так напрягаться, потому что вы действительно очень классно начали. Вы действительно классно, драйвово спели эту песню. Огромное вам за это спасибо. Я, конечно же, вас спасибо. Пропускаю. Мое время вышло, передаю слово. Друзья мои, спасибо. Чистое многоголосие сегодня – это вещь просто феноменальная, совершенно редкая. У вас убедительное звучание, чистое, крепкое, хорошее, энергичное. Да! Спасибо. Дорогие друзья, уже есть два «да». Я хочу, прежде чем Александр Розенбаум и Николай Носков примут свое решение, сказать одну вещь. Если мнения разделятся 2-2, то тогда можно будет взять еще 30 секунд для того, чтобы еще раз подумать и принять окончательное решение. Николай, теперь ваш вердикт. Ну, спето великолепно, сыграно тоже великолепно. В общем, есть такой задор, да, песняры просто в ноль. Но вот в этом и есть проблема вот для меня лично. Что-нибудь свое такое выразительное есть что-нибудь? Вот так на скидочку просто. Конечно. Ну-ка, давайте попробуйте. Может, мы споем акапельно? Или акапельно, мне все равно как. Ой, да не ку-ку, ой, а ой, да не ку-куй, а де в садоле ку-куй. Ёшечка, да не ку-ку.
Здорово. Без разговора. Николай Иванович, убедили? Да. Нет, круто, круто. Молодцы. Спасибо большое. Да, да. Пожалуйста, Александр Яковлевич. Конечно же, да. Все замечательно. И небольшое замечание, чуть поточнее балалайки в запевах. А так все хорошо. Итак, 4 «да». Группа «После 11». Вы в четвертьфинале.